как-то раз постучал мне Сан Саныч в двери, говорит: «Собирай вещи поживее, я вопрос задаю, что-нибудь случилось?» Он в ответ говорит: «Мне вчера приснились Омск, Алтай и Махачкала, Луганск, из Батайска малая земля, где пять команд издалека, не хватало только тебя. Где же женская сборная Р? Может, не профинансировал мэр? Без тебя игра не игра. Приезжай, Илюха!» Кто ж я вас поводил, что когда-нибудь, что ли? А вот он крест православный, а поклон низкий. А ну-ка, мамоньки, иди сюда! Ну что ж, после песни такой залихватской представиться можно. А ну давай, девоньки! Не-не, давай позлее. Что ж такое? Давай, как будто вас парень бросил, а потом вернулся. А ну давай, картавая, чтоб зал нас полюбил! Ну что, заведем ростовскую машину юмора! Вот женщина, ну это ж нереально. Не сейчас, я номер объявляю. В компании, где много девушек и один парень, можно легко узнать ту девушку, у которой с ним что-то было. Привет! 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 Представьте, романтическая история в Объединенных Арабских Эмиратах. Алло, Мустафа, да, здорово, братан. Ну, конечно, все взял, когда тебя подводи, господи ты, боже мой. Ой, прости, девушка такая неловкая. Ар-Рахман, аль-Мулк-ур-Рахман. Какой прекрасный гарем. А ну, быстро домой! Ой, гарем жена, прости. В этой компании есть такой парень, который пытается понравиться девушкам любыми способами. Илюха, что ты там один сидишь? Давай к нам! А я? Да нет-нет, вы не переживайте, вы веселитесь, как будто бы меня здесь нет. У тебя что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто немного грустно и почему-то хочется петь. В омут твоих глаз снова упаду, полюбил тебя на свою беду. Их ты, скрипка! Откуда она здесь? Кто ж ее сюда положил? Ты играешь на скрипке? Ну, если под рукой нет, рояля. Да. А за кого ты в Лиге чемпионов болеешь? Футбол. Что это? Ты что, плачешь? Да. Я просто считаю, что каждый мужчина в своей жизни должен немножечко плакать. Хотя бы для того, чтобы увлажнить лицо. Ладно, ладно, девчонки, вы чисто случайно не в курсе, как там Венцеслав и Катя? Они заселились в доме? Да. Слава Богу! А по-моему, он все врет. Заткнись, дрянь!
девочки, простите, я просто после болезни, после контузии. Я был в смертной комиссии Боснии и Герцеговины. Пошел вон отсюда! В омут твой! Проваливай! Может, я вам на скрипочке сыграю? Дурец! Я инвалид! Пошел вон! Дорогие друзья, что хочется сказать в завершении нашего приветствия? Ну вот в какой бы другой команде вы бы еще столько талантов нашли. Я и пою, и танцую, и на скрипке играю. Для вас выступала женская сборная Южного федерального университета. Красивых женщин много не бывает.